Всем привет! С вами Яна Черней. И в сегодняшнем видео мы будем делать вот такой интересный зимний бантик, размер которого 10 сантиметров. Ну а если вам интересно, как его сделать, продолжайте смотреть. А для работы нам с вами понадобится репсовая лента шириной 4 сантиметра и длиной 40 сантиметров. Складываем ленточку напополам и отмечаем серединку. С каждого края ленты отмеряем по 4 сантиметра и фиксируем булавкой. Намечаем, как приблизительно должен выглядеть наш бантик, и будем приклеивать наклеечку. На бантик мы будем приклеивать вот такую трехцветную наклеечку. Ссылочка на обзор будет в описании, а также кликайте на подсказку вверху. Определяем место расположения наклейки и приклеиваем ее с помощью плойки или утюга. Вот так должна выглядеть наша заготовочка. И теперь складываем все так, как должен выглядеть наш бантик. Ленты ставим параллельно друг к другу. Смотрите, не косо. И тогда фиксируем булавками с двух сторон. Край, где мы намечали центр, опускаем вот так к низу бантика и прошиваем 6 проколов.
основной бантик готов, и теперь немножечко под углом подрежем края. И на тот край, что у нас подлиннее, наносим каплю клея и фиксируем сзади бантика. В итоге вот что у нас получается. Далее нам понадобится 3 отрезка ленты шириной 4 см и длиной 11 см. Складываем их пополам, намечаем серединку и делаем флажки. Далее нам понадобится шаблон для хвостиков бантика, размер которого 10 см, и эко-кожа.
И в итоге мы получаем вот такие симпатичные зимние бантики. А на сегодня у меня все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Впереди будет еще очень много интересного. До встречи в новых видео. Всем пока!